На Рьянмаре в районе улицы Юбилейная 6 июля произошло резонансное ДТП с участием несовершеннолетнего ребенка. Подробности в сюжете Василия Хатанзейского. Кадры с видеорегистратора очевидца. Машина скорой помощи, велосипед на проезжей части. Недалеко обувь пострадавшего. Работает патруль ДПС. Дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего произошло 6 июля в районе улицы Юбилейной, 18 часов 10 минут. Водитель 54-го года управлял автомобилем Nissan, допустил наезд на малолетнего ребенка, который двигался на велосипеде по пешеходному переходу. По данному факту, значит, проводится проверка. Ребенок с телесными повреждениями доставлен в ГБУС Ненецкой окружной больницы. В результате ДТП по заключению медперсонала Ненецкой окружной больницы ребенок получил ушиб грудной клетки и сотрясение головного мозга. Сейчас жизни пострадавшего ничего не угрожает. Сотрудники автоинспекции напоминают участникам дорожного движения о соблюдении правил безопасности на дорогах. Хотелось бы обратиться ко всем участникам дорожного движения. В первую очередь соблюдать правила дорожного движения, не нарушать скоростной режим. При управлении транспортными средствами не использовать гаджеты всяческие, то есть которые отвлекают от безопасности дорожного движения, дабы не утратить контроль. Пешеходам хотелось бы обратиться, чтобы пересекали проезжую часть в строго определенных местах, то есть по пешеходному переходу. Велосипедистам также убедительна просьба не двигаться по пешеходным переходам на велосипеде. Это грубое нарушение правил дорожного движения, но вот у нас, к несчастью, такой случай произошел. И родителям хотелось бы обратить внимание, чтобы контролировали выход на проезжую часть своих детей. Добавлю, с начала текущего года в Нарьянмаре произошло 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди. Двое из них несовершеннолетние. ДТП привели также к двум летальным исходам. Водители и пешеходы, будьте внимательны на дорогах. Нельзя пересекать проезжую часть на велосипедах и самокатах. Необходимо спешиться. Если вы заметили рядом с дорогой юных велосипедистов, лучше заранее подстраховаться и сбросить скорость. Дети не всегда отдают отчет своим действиям. Василий Хатанзейский, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».